Тюк, пока нельзя переходить, да? Там на ту сторону? Да. Ну вообще там все... Да? Да, я не говорю, в жизни вам найду. Пока не переходим. С подружками пошла. Спасибо. Офигеть. Нас много сегодня. Привет. Привет, Миша. Ты на предыдущем поезде приехал, да? Я пересел там. На Курском вокзале пораньше. Магазин, 25.30, где так? Поехали. Что за мной сейчас так медленно едут-то, а? Машина, яма! Воспринимают тебя, Олежка, как лидера. Не, погнали. Там просто людям было медленно. Они медленно, поехали. 20, больше 30 едем, а обещалось 23-25. Я вначале ехал вообще 25, и они меня все обогнали. Вначале было очень медленно. А потом было много спусков. Аккуратно. У меня
меня средняя 30,5. Это не третья группа, блин. Ну, третья группа уже там, кстати. Это же все по третьей группе. Пусть она летает, меня, ты за ними не лети, у тебя. За ними окей, кстати. Не сильно и тяжело. Лети, я говорю. Это самое. У нас же третья группа, это 25 средняя, а не 30. Ну, не знаю. За ними комфортно ехать. Тебе комфортнее, а Насте комфортно? А Насте, по-моему, тоже, да. Насте, тебе как? Ну, Насте тут рядом, значит, окей все. Если она рядом. 150 ехать, не устанем. Аккуратно, машина. Нормально. Красиво. Я вижу, что очень много тулит людей. У нас просто половина там и половина там. И они успевают. Ты конец? Да. Ты вроде группу вел? Да. Как-то это, ну, я бы так не сказал. Нас тут есть, по-моему, больше 20 человек. Чуть медленнее. Ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ого. Аккуратно, машина. Вторая группа, что ли? Мы вторую группу догнали, да? А дальше ему придется еще раз нас обгонять. Едете, а? Сорян. Автомат.
Мы догнали одну из старых групп. Идеально. Ну вот. Нас теперь хотя бы догонит хвост. Уже хорошо. Парень на мопеде по тротуару едет. Дичь какая. Там по армии едем. Прикол. Как нас обгонять было. Хотя вроде нормальное место. Если мы не направо, то вообще никаких проблем. Домики. Ты видел вон там кирпичный? Аккуратный человек. Они куда-то не туда едут. Стой. Мне кажется, все равно. По грунтам, по этим? Так, а те, кто сзади, поймут, что мы сюда поехали? Вы, короче, проезжайте, я им покажу. Сюда, сюда! Давайте, давайте. Мелкой дорогой видно. Грунтовка или не грунтовка? Нет, еще. Какой домик интересный слева. Офигенный. Налево? А, да. В общем, если ездить тут с зигзагами, то в ямы не попадаешь. Через полкилометра даже. Вот тут налево, и там будет где-то пятерочка. Короче, там, где толпа велосипедистов, туда нам и надо. Дальше, да.
О, вот он. Глаз есть. Пятерка, наконец-то нормальный магаз. Это какая у вас группа, первая? Или вторая? Это первая, походу, да? Не, я хотя не. Все. 30.4. Ну, отлично, что? Там вон выпечка. Слушай, а мы тут были? Или мне кажется? Что? Мы тут были уже или нет? Нет. Ну, в Павловске мы, по-моему, как-то раз были, может, мы в прошлом году. Мы стартовали когда-то. Может, в прошлом году были? Нет, в этом году стартовали с Павловска. Не, в прошлом году, по-моему, у нас была тут остановка. Ведьма. О, большие дворы. Красиво тут, да? Да. Почти Карелия. Все сразу втянули животы. Под вы едем или что? Фотосессия. Блин, вы вначале, конечно, угнали, молодцы. Кто? Вы вначале угнали. Третья кто? Пачка. А, ты из третьей, как. Да, мы с вами ехали. Ага. Кто-то там видит. Ну вот, они обогнали меня. Потом еще вместе с ними завязалась еще половина третьей пачки. Я подумал, что как бы, ну, вроде нормально едут, как бы не быстро. Подумал, что можно вполне так и ехать. 30 плюс? Ну да. Не, просто удивило, что вы как-то уехали. Пачка была большая. Ну да. Так она ее надо. Сыпалась. Так ее надо. А я был в хвосте и болел. Вот, большую а пачку, потом догнать даже не мог. Вот большую пачку надо рвать. Потому что был же недавно случай, белоди скидывали. И ПДД так любило, да, когда да, это да. Больше ну, по 20 парами было. Оп, пальчики тут полные. Ну, какие деревья классные, а? Вообще класс. И туман или мне кажется, или это дым? Песок. А? Это песок. Песок? Да вроде нет. А, может песок. Дождь, не вижу, понимаю. Дождь, думаешь, да? Вроде бы да. О, по правилам едет, нифига себе. Пинбол. Здорово,
Привет! О. Давай солнце теперь. Ну да, он пешеход. Не, ну ты если хочешь, можешь туда пойти. О, видите, как это? Смотри, офигеть! Вода испаряется прямо у нас под колесами. Все, думаю, тушу уже вроде проехать, скоро это. Да. О! Вот и все! Класс! Логически чистый Ногинский район. Чего-чего? Передышку у нас, передышку. Я тоже хочу расслышать. Никого не держит. Нет, ну как? Тут кто съедет, отвечай. Нет, я наоборот хочу съедет. Давайте, да. Я думаю, что извиняюсь. Опа. Ого, по встречке есть. Окей. Еще один по встречке. Советской Конституции. Видела?
Улица Советской Конституции. Видела. Смотри как, да? А тут сухо. Тут не было дождя. Башня классная, конечно. Но что-то они тут сделали со зданием. Какой-то двор. Нет, там она должна быть где-то чуть дальше, по-моему. Сейчас 93. А, да, сейчас будет скоро. Ну, вообще километров через 10 должна быть плохая дорога вроде бы. Машина! Машина! Ямки! Да, братцы, танцы, вы едете быстрее, не медленнее, чем просто. Да, да. Не понял вообще. Блин, извиняюсь. Вот 100 километров ровно. Просто остановочка. И все, уже две трети проехали. Да, сейчас будет через 10 остановок, и там всего ничего. Так, у меня линза на камере более-менее чистая. Вроде я не вижу, правда. Ладно. Нет. Я на остановке не успел глянуть. Красиво, смотри, вот. Такие просторы.
140 топите, а? Ну ты гонщица. Надеюсь, вот все будут такие. А? Какая? Там не смотреть надо на нее. О, сейчас этот мостик будет. Если он будет. Сейчас, по идее, должны быть грунты где-то. А? Да должны быть грунты где-то. Мне кажется, вот это типа как грунты. Не-не-не-не-не. Песочек очень скользкий, аккуратно. Они, да? Да. А дальше, а дальше рабочие такие, ну все, на этом асфальта хватит. Да-да-да. Спасибо. Да. Очень аккуратно по гравию можно порвать себе боковиночки по крышечке. Это другой мостик, этот не раскачивается. Ой, давайте. По-моему, другой мостик. Тот, который был в прошлом году, он раскачивался. Хотя, может, это другой. Тут гвозди еще торчат, будьте аккуратны. Опа. Аккуратно, тут сломанные деревяшки. А дальше куда? Народ, где вы? Ну вот и Gravel Tour, наконец-то. Я вас объеду. Спасибо огромное. О, добрый день. Добрый день. Да. Приезжай, приезжай, я тебя сфоткаю. Вот еще ребенком, я только здесь и ездила, она по себе раз. Приезжай. Конечно, моя стихия. Да. А вот бы весь Gravel Tour был бы таким, да? Да. Ну все. Ну, у меня циклокросс. Да. Я пошел. Добрый день. Добрый. Так, куда они поехали? Наверное, сюда. Таня? Таня? Да. Ну, с ребятами он едет. У вас так, пошел, я, есть? Не, я не видел Таню. Кстати, но странно. Она за мной ехала. За... Таня за тобой ехала? Потому что там дорога такая, что... А как я ее объехал, если я ее не видел? Она сзади нас по мостику ушла. А, давайте подождем. У меня маршрут есть, а, что вот, есть. Сашка. Маршрут у меня есть, если что. Да у меня тоже есть. А у Тани нету? У Тани есть маршрут. Угу. За что мне нравятся люди, которые не первый год приезжают на Grand Tour, у них есть маршрут. Аккуратно. Всем добрый день. Вы какие, третья? Ассаламу алейкум. Третья, да, груз. Мы, это, 2 минус, 3 плюс, где-то так. Я жду остальных. По-моему, они решили... Пугает. Тебе бы цепь смазать. Да.
сможем догнать тех, кто выехал перед нами, за одну минуту. Выглядит прикольно, да. Место для фотосессий. О, грунты, да? Понеслось одним. Они параллельно вот тут? Не, не вижу там дороги. Вообще, мне, кстати, пишут, что мы отклонились от маршрута. Народ, народ, это не дорога. Здесь проверено. Проверьте свои переключатели задние, а то там могло что-то накрутиться, вас потом завернет переключатель в спицы. Есть такие моменты. Все вроде окей. О, маршрут через кладбище, классно. Да, кстати, кладбище было. Что, кладбище? Все правильно. Такие моменты, я говорю спасибо, что я нечаянно купил 32-й назад. Крапива, аккуратно. А, это тот самый обход, наверное, сбоку. Да, да, была фотография. Ну, это просто как бы свинство, то есть заведение себе забрало там нормально кусок земли, а реализовать нормальный объезд не могут. Резкий поворот. Вижу. Поворот очень большой. Как бы... Я бы в это заведение никогда бы не поехал после такого. Еще бы лучше бы даже низких отзывов бы поставил. Типа поставить единичку. Заведение может быть и неплохое, но объезд отвратительный. Эй, что это? Это место для фотографий, да? Да. Понятно. Все хорошо? Ух ты! Вода очень высоко, да? Да. Тут, наверное, в дождь вот это все просто... это. Такое чувство, да, что еще чуть-чуть перельется на дорогу. Да. Парни, я сейчас на дачу иду налево. Ага. Давайте. Спасибо, что приходите. Давай, пока. Удачи. Да. Привет! А, подожди. Ну да. Маршрут все. Он там закончился. Откуда нас быстрее тебя сегодня приехали? Я вас что-то проехал, да. А мы что-то а там... ты еще и рукой помахал и поехал дальше? У тебя что, отдельно? Не, я помахал, я вас не увидел. Я увидел там кого-то еще. Так, пошли искать. Ну что, а что ты не поехал с нами-то? А, я думал подождать остальных. А вы что-то быстрее ехали, чем они, я так понял. Мы ехали 30, как замечали нам. Ну, видимо, они тоже ехали 30, но... Подожди, а где Таня? А они еще где-то там потом остановились, и я решил, что лучше я за вами поеду. А вы я уже подало по приехали, минут да? Минут 5 назад. Миша уже сел. Спасибо. Пока они не стартовали, остальные девочки, у меня там дохера корот просто. Да? Сейчас они стартуют, я эти коробки потеряю. А это же та же самая станция. Блин, я только сейчас понял, что мы тут туда же приехали. Я пытаюсь. Следующая остановка Заря. Остановка.
А ты не против, если мы вот тут закинем велики? Спасибо. Постараюсь тебя не задеть. А, у тебя сипушка. Да, этого сейчас закинем. Да. Не знаю. Ну, дергается электричка. Нормально. Слушай, окей.